Джей Криптон. Это 19-й урок из серии коротких уроков 100 плюс вопросов по Premiere Pro. Начиная с этой серии, я буду работать в программе Premiere Pro версии CC Creative Cloud 2015. Одно из новшеств этой программы, которое привлекло мое внимание, является функция Morph Cut. Это переход, который позволяет делать срезку между кадрами в ваших подкастах, блогах или интервью намного более презентабельной. В сегодняшнем уроке я расскажу, какого результата можно добиться использованием этой функции, как работает этот переход, а также в каких случаях его можно применять, а в каких он будет практически бесполезным. Morph Cut работает как и любой другой переход. Его цель — избавить нас от необходимости вставлять какой-либо дополнительный материал, когда срезка выглядит слишком уж коряво. Такие срезки очень часто могут появляться, когда мы хотим изменить темп речи, вырезать лишние фразы, слишком длинные паузы между фразами или слова-паразиты и лишние звуки. Переходим в программу Premiere Pro Creative Cloud 2015. Здесь на линейке я уже поставил несколько видео, на примере которых хочу вам показать, как работает эта функция. Нажатием на сочетание клавиш Shift плюс 7 перехожу во вкладку Effects. Затем выбираю Video Transitions, Dissolve и Morph Cut. И, как обычно, перетягиваю его на стык между двумя клипами на Timeline. Длина перехода, выставляемая по дефолту, может быть не оптимальной, но ее всегда можно отрегулировать, потянув за правый или левый край перехода. Мы сразу видим результат. Переход стал практически незаметным. Сейчас я покажу несколько примеров применения этого перехода. Алексей Наргиевич, мы Кипкуб в Литве от первого лица. У меня класс был такой в школе, очень любящий рэп. Друзья были, начали первые кассеты доставать. Тулим этот, там, Доктор Албан. А потом уже сам начал интересоваться. Приветствую, здравствуйте. Специально для хип-хоп в Эстонии от первого лица. Я Денис Ильин, так вот меня и знают, Денис Ильин. Молодежное движение тут начиналось, пионерская организация закончилась, под милицией уже не было, полиции мы вообще не знали, что такое. И на горке Харью нам говорили, что так нельзя слушать такую музыку, а мы ее слушали. Здравствуйте, меня зовут Ку Ли, это специально для хип-хоп Эстония. Но точно я не помню, как и где, и когда я впервые слушал хип-хоп, и откуда точно эта хип-хоп музыка пришла к мне. Но вначале, если я помню, я слушал там разную там металл. Привет, меня зовут Гачо, специально для хип-хоп Латвии от первого лица, далеко в 95-м, 94-м, 95-м, ну, конечно, я начал от того, что, как и, я думаю, как и все другие, каких-то кассет, там, по блокерами и так далее. Потом, конечно, ну, группа Fact, они как пример такой были тут в Латвии. Проведя несколько экспериментов, я могу сделать следующий вывод по поводу этой функции. После просмотра рекламы Morph Cut может сложиться ошибочное впечатление, что это панацея и может в полуавтоматическом режиме помочь нам сэкономить довольно много времени. На самом же деле это далеко не так. Принцип работы Morph Cut основан на алгоритме распознавания лиц, и во многих случаях программа просто не может распознать лица. Вот несколько примеров, когда эта функция становится практически бесполезной. Лицо слишком крупное. Или лицо немного повернуто в сторону от камеры, и часть его не видна, или кадр снят в профиль. Человек стоит слишком далеко от камеры. Или если кадр слишком светлый или слишком темный. Если фон слишком пестрый или слишком много предметов в саде объекта. Так что Morph Cut вполне подходит для обычных стандартных интервью, где человек находится перед камерой не слишком близко, не слишком далеко, лицо нормально освещено, фон либо хорошо отделен светом, либо в нем нет большого количества ярких пятен. На этом сегодня все, с вами был DJ Krypton, заходите на мой веб-сайт djkrypton.de, подписывайтесь на мои группы в социальных сетях, и если вам понравилось это видео, ставьте лайк. До новых встреч, пока!